Укореняли. Соды? Борьба идет за жизнь маленьких пациентов. Получение есть, вот ремонт делается, подарки дали. Часто вот поздравляют, спонсоры приезжают. Эта детская клиническая больница Аксай в Алматинской области республиканского значения не так давно была на грани полного банкротства. Больницу планировали закрыть из-за отсутствия финансирования. Тысячи казахстанских семей в одночасье могли потерять последнюю надежду на спасение жизни своих детей. Сейчас же ситуация в корне изменилась. Первый крик о помощи в этой больнице прозвучал еще месяц назад, когда многомиллионные коммунальные долги, изношенность медоборудования, отсутствие ремонта в кабинетах и кризис сразу одновременно навалились на плечи врачей. Лечить больных детей приходилось в спартанских условиях, выкручивались как могли, просили у коллег мединструменты, лекарства и даже продукты питания. Ждать дотации от государства было бессмысленно. В правительстве четко дали понять – денег на клинику нет. Специально, это мой рабочий документ, выделила красненьким, это то, что нам необходимо, и зелененькие точки, это то, что нам удалось приобрести за 2 года. Приоритетно мы сделали для приобретения медоборудования, это, конечно, операционные и реанимации. В стенах этого медучреждения делают уникальные операции, в основном таким детям, у которых серьезные патологии. К примеру, у этой 9-летней девочки сильнейшее искривление позвоночника. Все это вызывает деформацию внутренних органов. Заграничные медики отказались лечить больную, лишь только здесь решили помочь ребенку, и уже успешно прошла первая операция. Видите, в каждый позвоночник вставлен металлические стержни, видно, да, винты, которые и фиксированы стержнями. То есть одним стержнем, то есть вклинивается вот эти шурупы в тело позвонков, и потом исправляется на стержнях вот эта деформация. Этому ребенку будет сделана не одна операция, это только первый этап операции. Не имея должного финансирования, сотрудники этой больницы работают здесь на одном энтузиазме. При маленькой зарплате выполняют врачебный долг сполна. Таких патриотов своей профессии редко где встретишь. Любить свою работу – это сейчас самое главное, и в условиях кризиса необходимо отходить от иждивенческого понятия, что кто-то кому-то должен оказывать какую-то помощь. И в данный момент мы наблюдаем, что коллектив больницы своими силами восстанавливает лечебные кабинеты. Этот пример просто поражает и восхищает, и вызывает уважение к работникам клиники. Но мир не без добрых людей. После неоднократного рассказа в СМИ о проблеме больницы, сюда со всех уголков страны подтянулись караваны с гуманитарной помощью. Казахстанцы несли все, что могли дать. Вот услышали о проблеме этой больницы, то есть в СМИ. Волонтеры организовали движение, кто чем может, тем помогает. То есть отправили до этого машину с постельным бельем, с мебельем. Сейчас вот цветы, сода, мыло. Вы какое-то удовлетворение от этого получаете? Моральное, то, что помогаете? Ну, как по-другому человеку-то жить на самом деле? Конечно, получаем. Оказать финансовую помощь решились и коммерческие структуры, ведущие отечественные и даже зарубежные компании. Вся эта помощь резко вывела из банкротства республиканское медучреждение. Уже на спонсорские средства закуплены новые кровати, установлены пластиковые окна, приобретены холодильники, пылесосы, устройства по очистке воздуха. Заново возобновлена работа аппарата искусственной почки. Без этого оборудования больного малыша ждала бы неминуемая смерть. Была проблема с, естественно, водоочистительной системой данного, касательно данного аппарата. Но эта проблема в ближайшее время была решена. Благодаря спонсорской помощи было осуществлено это здесь, переведено сюда. И, естественно, как вы видите, сейчас все налажено, все хорошо работает. И, в принципе, как дети довольны, так и мы. И работа проводится эффективно.
Стоит отметить, что ежегодно клиника принимает до 7 тысяч детей с врожденной патологией различной степени. Более 80% из таких пациентов возвращаются к активному образу жизни и забывают навсегда об инвалидности. Здесь, в этих стенах, за последние 10 лет вылечили свыше 75 тысяч ребятишек от глухоты, немоты, нарушения опорно-двигательной системы и челюстно-лицевой патологии. Сейчас маленькие пациенты искренне благодарны медикам. Здравствуйте! Я хочу поздравить вас с Новым годом! Хочу пожелать вам счастья, здоровья и успеха, чтобы ваши все-все желания и мечты исполнились. В Новом году всего вам хорошего! В планах руководства единственной такой многопрофильной больницы страны расширить свои возможности, естественно, не без меценатства. Ведь именно спонсорская помощь для подобных медучреждений является спасательным кругом. Благодаря меценатам, волонтерам изменилась вообще дух клиники, корпоративная культура. Вы, наверное, заметили, что насколько у нас светлые люди работают, да? Это не просто светлые, такие добрые, доброжелательные. Это еще и профессионалы своего дела. Резюмируя наш материал, хочется подчеркнуть, как много у нас неравнодушных людей. Ситуация с детской клиникой показала, любую проблему можно преодолеть, если взяться за нее сообща. Ведь именно добрые сердца казахстанцев, личная, гражданская и социальная ответственность подарили больнице вторую жизнь.